Когда Христос пришел на землю, чтоб страдать, никто не смог его как Господа принять. Никто не верил в те большие чудеса, и что покинул ради них он небеса. Когда пришел он, чтобы скорби понести, приговоренный, чтобы грешников спасти. О, если б люди понимали, что их грех привел невинного Христа страдать за всех. Прости, Господь, ты наш неверный род. Прости, что отвернулся твой народ. Прости за то, что боль греха ты испытал, когда на крест сошел и в муках умирал. Его любовь есть бесконечна и чиста, для всех людей явилась благодать Христа. Он принимает все, кто жаждет доброты, кто ищет путь небесный вместо суеты. Прости, Господь, ты наш неверный род. Прости, что отвернулся твой народ. Прости за то, что боль греха ты испытал. Прости, Господь, ты наш неверный род. Прости, что отвернулся твой народ. Прости за то, что боль греха ты испытал. Когда на крест сошел и в муках умирал.